Привет, я Дима. Макс на базочке. И мы егерь-скауты. И попробуем проверить, реально ли Киев интересен днем. Эй, за что бой Киев Стоунер? Я лучше всех знаю, что в Киеве днем нечего ловить, дядя. Висят здесь только ночи. Ну, дядя, тогда ты найт рейв. А мы врываемся днем. Ну, а я вам сочувствую, пацаны. I'm ready to go, burning it down. They ain't noticed till the temperature rose. Bless the energy, then we erupt in a blaze. Сейчас мы направляемся к моему приятелю в 20-футовый контейнер. 20 Feet – это независимое онлайн-радио, которое в прошлом году практически взяло Webby's Award in Music. Пока всем на 20 Feet заведует акула, мы врываемся в эфир. Чайковский это мощный. 20 Feet Radio это бомба. Я много слышал про Капкан Шоп, но никогда здесь не был. Пришло время это исправить. Наша задача охотиться на впечатления. И сегодня без трофеев я никуда не уйду. Все начиналось с маленькой комнаты. Смотрите, как ребята выросли. Стало модно. Никогда не носил кроссовки. Какие порекомендуете, ребят? Напишите в комментариях, пожалуйста. Е-е-е, what's up, fellas? Ну что, наконец-то настала ночь, и мы идем гореть. Слышишь, братик, а ты одел чистые носочки? Да. Потому что я вам тоже одел гангстерские белые, дядя. Потому что мы идем в можжевельник висеть, а там надо быть В смысле? А ты что на приколе одел? Я еще, дядя, в Лос-Анджелесе о нем слышал, мечтал в нем побывать, а его уже нема. Щит-бой. Ну ладно, не беда, погнали. Я знаю другое заведение, мне улицы нашептали, там нормальный бит. Что я вам хочу сказать, ребята? Раз меня тут узнали, это хорошее место. Не шучу. На самом деле, мне кажется, это достойная реинкарнация парасольки. Тепло, уютно. Эй, малышка, как тебя зовут? Фух, не, ну пацаны нормально поохотились на впечатление. Я готов даже этому заведению сделать бойцовский подгон. Это заведение официально прокачано.